Вот уже шестой год подряд на сцену Зимнего театра выходят лучшие музыканты мирового уровня. Программа фестиваля в этом году необычна. Она традиционно представлена именами признанных мэтров, а также насыщена выступлениями совсем еще юных музыкантов. Когда играешь с молодым оркестром на сцене, у тебя идет невероятный драйв, невероятная энергетика и замечательное мастерство. По годам зрелое. Я все считаю, что такие примеры должны быть заразительны. Наравне с нашими великими симфоническими знаменитыми оркестрами должны рождаться вот такие абсолютно бриллианты на симфоническом небосклоне. Цель «Крещендо» – представить широкой аудитории новое поколение отечественных музыкантов, продемонстрировать жизненную силу российской исполнительской школы. Что касается места проведения фестиваля, то для Сочи. Он стал одной из визитных карточек. В нашем городе Сочи, некогда провинциальном курортном городке, за последние действительно 10 лет происходят колоссальные изменения. И в том числе благодаря фестивалю «Крещендо», потому что мы просто видим зарождение, нарождение и развитие новых тенденций, культурных тенденций. Фестиваль «Крещендо» продлится ровно 3 дня, с 19 по 21 июля. Уже по традиции зрителей ждут виртуозные, симфонические и джазовые программы.